Фокси. Ах ты, блин, да что ж ты сказал, когда мы умерли? Блин, такая резкая смерть, да ладно. Привет, дорогие друзья, с вами Дима Стаканчик. Серега, как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Дидли-дадли-дудли. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Прохождение FNAF 1». Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение. Называется режим «You Can't Mode». О, началось. Ну что, пацаны, надеюсь, мы затащим, мы сможем это сделать. Давайте, может, так. Что, закроем двери сначала или нет? Не, рано. Рано, да? Электричество будет тратиться. Опа. Электричество кончится. Так, я помню, что в этом режиме очень много скримеров. Ну, Серега, ну откуда он? А что ты? О, молодец, будет про... Серега, как ты догадался, что надо выйти? По звуку. А какой звук-то был? У меня нету никаких звуков вонючих. Голден Фредди был это. А какой он звук? Вышел. Как он звук издает? Я так и не понял. Бжин. Дим, там Чика. Подожди, с двух сторон Чика. Тут той Чика, здесь обычная Чика. Да ладно, это прикольно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Мы выходим ролики каждый день. Поднимаем ли настроение и всякое такое продлеваем жизнь. Если наберется 5000 лайков, завтра выйдет ролик, где мы проходим FNAF 2. Эй, закрывай сразу. Ты видишь, что творится? Так, а что с этой стороны не идут? Они чуть на эту, на левую сторону, леваки какие-то. Левши. Так, открываем. Они любят слева ходить. Обратили внимание, что той Чика пришла прям два раза подряд? Такое, да. Ну, редко это. Как вы думаете, это рандом или все-таки скрипты? Скорее рандом. Скорее скрипты, мне кажется. Так, давайте будем тогда смотреть. А как мы узнаем, рандом это или скрипты? Так, энергия пока месть полная. Шкатулка, я завожу ее. Заводи, Серега, хорошо, что мы играем с профессионалами. Напишите в комментариях, пройдем ли мы эту... А, мы уже слились. Нет, мы не слились, Серега же выжил. Напишите в комментах, пройдем мы эту ночь или не пройдем. Час ночи. Возьмем монтировку руку, чтобы было видно ночь. Молодец, балунбой. Выходите. Тогда и выйти. Голден Фредди там. Нету. Нас убьет. Да нет. Вот не... А он был? Звук был. Так. Блин, мне кажется, что это кто-то бегает, это мы бегаем тапками, что ждем. Ну да. Эй, балунбой, что тебе надо у меня дома? Уходи. Там Фредди выходит, я вот как вижу. Отлично. Активировались аниматроники. Надеюсь, мы затащим. Кстати, знаю эту фишку, что этот балунбой очень долго стоит. Все, он ушел. Открываем калитку. Тут Фредди стоит, смотрит в камеру. Он перегораждает нам обзор камеры, чтобы мы их уже видели. Я вижу все. Так. Фокси сначала руку уже поднимает, правильно? Да. Когда поднимет, уже лучше закрыть дверь. Ну да, Серега, это камеру переключать сдалека и наискосок. Подальше отойти, тогда переключаются. Еще. Не, ну это ты далеко. Не можешь. Выходите. Там на мониторе была надпись, ты не сможешь. Она и так этот. Там. А я смогу. Но главное, чтобы один из нас остался живой. Опа. Ой-ой-ой. О! Этот стоит, той Бонни, гитару мне хочет вжучить, опа, всучить. Бонни. Так, кто? Давай. Ага! Да ладно, этого уже не было раньше, это обновили мод. Так, давайте проверим, будет время идти? Ну да, дальше прохождение идет ночи. Они бы не приходили. Открываем. Да вы затрали, аниматронейшены. Смотри, как они нащимят, а? С той стороны тоже Бонни. Они что, разогнались, что ли? Да. О, да, время идет, 2 часа ночи. Ребята, все отлично, мы продолжаем прохождение. Здесь стоит. Ну, прикольно. Вот это можно открывать. Даже как-то страшно немножко. Дергается тварь такая. Получается, шат. Серега, если когда приходит фиолетовый челик, появляется надпись, надо выходить нам было через правую дверь. Да. Ножичком всех зачем. Неожиданно так дагестанец этот вылез. Убийца. Нож бабочку. А если перед ним на двери закрыть? Вот этого я не знаю, кстати. Может, в двери порезал. Да он зарежет. Ежи. Эй, рот закрыл,
Настроение классно, надеюсь, вы сейчас смотрите наши ролики и что-то очень вкусненькое кушаете. Я люблю пирожки с капусточкой. От них потом в туалет хорошо ходить. А я с картошечкой. Кряча ушла. Серега, а ты с чем пирожки любишь? Я люблю с яйцом и зеленым луком. Или а вы брали с собой на ночь что-нибудь покушать? Мы же у нас ночная смена охранников. Доставайте еду. Фокси! Ах ты, блин, да что ж ты сказал, когда мы умерли? Блин, такая резкая смерть, да ладно. Выходите, выходите. Да выходим. Да блин, она сожрала. Она не сожрала нас. Я живой. Фиолетовый Фредди был. Ты вот что они мочат? Какие-то очень жестокие это сложности попридумывали разработчики. Нереально мочат. Башенные психи. Мне это нравится режим. Реально он крутой. Первая ночь была очень скучно. Все записываем, как любят наши подписчики. Чтобы было все очень прикольно, интересно и немножечко страшно. Выходи. Да куда? Куда выходить? А вот так не работает, если я так за экран залезу? А кто придет сейчас? Фиолетовый Фредди. Открывай, нету ее. Так. Мангл была только что. Бонни стоит. Мангл даже? Mm-hmm. Это очевидно. Что, все аниматроники со всех частей, так понимаю, тут приходят? Не, с первой и второй только. Он стоит. И, ну, фиолетовый Чили Пизрик и фиолетовый Фредика. А что, в первой части были той Бонни? Нет, во второй. А, я, видишь, проверял, тоже шаришь, да? Угу. Так, стоит. Нет, я не буду туда идти, я знаю, что я сольюсь. По скриптам прописано умирать. Закрывай, посмотри, как он бежит. Я убьет. Не убьет меня, если так сидеть на картофанах, не. Анимай его. Сейчас побежит. Давай, беги. Выходи, выходи из комнаты. Нема. А, бежит. Нет, ничего мне не было. Он просто исчез, когда добежал до двери. Можно заходить. Ой, закрывайте правую дверь, скорее. Фух. Ого, нападают. Так, у нас уже 4 часа ночи. Пока мы проходим. Все отлично. Так, энергию давайте. Ой, свет включил. Это что, он придет сейчас опять, этот челик? Не знаю. Так, Фредди стоит. Было. Все стоят. Так, кто Чика пропала? Давайте проверим, смогу я поэтому походить прям по пиццерии или умру? О, так можно ходить по пиццерии. Идемте, обход сделаем. Зачем? Я сейчас вернусь, просто проверю, тут все четко. Так, здесь все нормально. Фредди разломанный. Мишки все собраны. Тебя около входа левого Бонни ждет, а справа Чика. О, я вижу, их тут двое. Так, а я подойду, умру или нет? Ах ты, ого, я голову об стекло лупанулся. Это было очень жестко. Кого там напоров сидим? Да, той Чика меня убила. О, с мини-игры скриншот у вас тоже был? Да, да. Так, что, мы уже откроем? Открывать? Ты засранец стал. Все спокойно. Все хорошо. Мирно. Ну только на улице очень плохая погода. You can't. Ого! Давай, до свидания. Сразу вдвоем. Серега, напоминает, как будто это ты кнопки жмешь. Да. Может, это искусственный интеллект на этой карте запомнил мои действия и повторяет всем. Я бы не хотел, мы уже слились еще несколько раз. Ты тогда очень. О, сзади, смотрите, кто стоит. А он убьет, да? Да. А можно, короче, закрыть... закрыть двери и выйти? А как мы попадем? О, так мы прошли. Ха-ха-ха, прикольно. О, нам сколько бабок дали-то? Сколько? А, 20 баксов. О, что-то мало. Мы же больше должны заработать. И ты что, мы на троих поделим? Что, по 7 долларов даже не выйдет? Ёкала-манекала. Там еще записка об увольнении была. Так, давайте сейчас нажмем пожестче режим. Так, ребята, мы сейчас нажмем режим It's Me моды. Давай. Поехали, посмотрим, сможем мы пройти или нет. До первого проигрыша.
О, на I9. Так это легко вообще, да, будет, пацаны? Может, опечатка, шестерку забыли перевернуть. Мне кажется, тут надо просто две двери закрыть и все. Тогда мы будем долго. Ой. Голден Фредди сейчас придет? Не-не-не. Показалось. Отлично. Ушел, честно. Нормально тащим. Вот тут Бонни стоит. Мангл. Так, закрывай. Тут реакция. Ты псих? Да. Ушла. Так. Это просто, блин. Я думал, он уже идет по нашей душе. Синяя надпись СМИ. Она была ранее. О, пропадает. Точно. Прикольно сделано. О, выходи, 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 выходи. Выходи. Ой-ой-ой, успел реально вдоль сек... Так. А, это просто скример. Отлично. Hello. My name is Дима. Где-то балон засранец ходит. Опа. Дурак, что ли? Это очень легкая ночь, да, пацаны? Да, легче. Просто. Намного легче. Опа. Где? То просто поржать. Опять Фредди. Фокси готовится бежать. А я успею закрыть. Ладно. Я профессионал же. А ну включи на него камеру. Ой, 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 ой. Я успею, ой. Я успею. Бежит, я вижу. Смотри. Чпоньк. Опа, профи. Ну чё? Зря головой так обился. О, смотрите, как они лезут. Еще раз? Да. Я успею. Более еще. Да не, Серега, в руку не поднимает он. У него рука была поднята. Ой-ой-ой. Да откуда? Неплохо они нас прессуют. Прям сильно вообще. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте и посмотрите мои ролики еще. Серега, взрывай эту пиццерию, зачистка.